Салам алейкум, мои дорогие зрители. Встреча Ислама Махачева и Хамзат Чимаева. Комментарий болельщиков. Хамзат большой, реально. На видео видно лишь одно высокомерие. Какое высокомерие? Напряжение присутствует. Когда братья рядом, шайтаны плачут. Одной рукой салам кинул Исламу. Некрасиво. Пока информация такая, что Хабиба не будет не только в углу у Ислама Махачева, но и вообще на турнире UFC 294. Видимо, слишком много сил уходит на подготовку команды. Слова Ислама Махачева. Сегодня меня спросили на одном из интервью, может ли Хабиб вернуться и победить Стрикланда в чемпионском бою. Я могу с уверенностью ответить, что он с легкостью сделал бы это. С момента, как Хабиб завершил карьеру, прошло почти 3 года, но он никогда не пропускает тренировки, и я с уверенностью могу заявить, если он захочет, то для него это не составит труда. В ближайшие дни у всех фанатов Dota 2 будет настоящий праздник, ведь в самом разгаре главный турнир года The International 2023. 20 октября играют Team Spirit против Virtus Pro СНГ команды в 20:00 начало. Второй матч в 2 ночи 21 октября LGD против Nine Pandas СНГ. И кто может сделать просмотр этого турнира более интересным? Конечно, наши друзья из OneX. Пополнение без комиссии, широкая линия на все возможные спортивные события, быстрые выплаты и максимум азарта от просмотра матчей. А теперь при регистрации с помощью моего промокода Антонов вы получите бонус до 25 тысяч рублей на первый депозит для новых игроков. Досматривайте видео и вперед! Хавьер Мендес перед боем Махачева сказал: «Это глаза решительного и целеустремленного чемпиона Ислама Махачева тренируются в новом и самом красивом зале Хабиб Джим Хабиба Нурмагомедова 21 октября UFC. Весь мир скажет, и все равно чемпион паунд фо паунд». Хамзат показал фото. Безумно заряженный взгляд Чимаева. Гио Пика поддерживает на этом видео Хамзат Чимаева. Ждете выход под фонтанчик с дельфином. Сыктывкар Underground. Всем здравствуйте. 21 октября в Абу-Даби пройдет турнир UFC 294. Мы болеем за нашего брата Хамзата Борза Чимаева. Дадим жару в Абу-Даби. Сыктывкар Underground. Усман, это iPhone 5 в мире единоборств. Я iPhone Pro. Почувствуйте разницу. По фактам, сказал Чимаев. В сети появилось видео про никогда ранее не публиковавшиеся кадры профессионального дебюта Хамзата Чимаева в 2018 году. Смотрите. На фото один из лучших тяжей всех времен, Даниэль Кармье. Он также прибыл уже в Абу-Даби. Зубайр Атухугов тоже в Абу-Даби вместе с командой. Вот его слова про Хабиба. С ним вижусь только в зале, хоть раз в ресторан пригласил бы. Не обошлось без приключений. У Зубайра закончился бензин в машине. Посмотрите, что из этого вышло. Вот такая у Зубы жизнь. Хорошая жизнь. 2 часа ночи разбудил меня, говорит, бензин принеси. Ты что, не проверяешь, да? Знаешь, почему не проверяют? Голова отдыхает. Тебе надо какой-нибудь ремайндер поставить, чтобы тебе напоминало, что у тебя машина на бензине, а не на воздухе. Хорошо, что ты есть ворот. Хасбек тоже в Абу-Даби. UFC подписали фото словами «Генерал в городе». UFC показали также Александра Волконовский и Камару Усмана, которые примерили мерч UFC. До турнира UFC 294 остается еще 3 дня. Также набирает обороты смешное видео про то, как Алекс Волконовский и Хасбула порамсили. Коммент фаната про Алекса Волконовский. Скромный, один из самых симпатичных людей на свете. Чувак не воспринимает свой статус задиры так серьезно. Он знает, кто он, и люди, которые его поддерживают, тоже это знают. Так что приветствую этого чувака. В любом случае, Хасбек тоже раздражает лоу. 12 килограммов за 9 дней. Именно столько килограммов необходимо согнать Алексу Волконовске с момента подписания контракта на бой до взвешивания UFC 294. Об этом рассказал сам боец, сообщив, что 11 октября он весил 82 килограмма 100 грамм. Красивый фанарт от Риоки Дро. Комментарий к фанарту от болельщиков. Евразийская степь против австралийской глубинки. Гора и пляж. Зима против лета. Песнь льда и огня. После победы над Алексом Волконовски у Ислама будет серия из 13 побед. Такого результата достигли только такие бойцы, как Джон Джонс, Андерсон Силва, Камар Усман, Деметриус Джонсон, Джордж Сен-Пьер, Макс Холлоуэй, Хабиб Нурмагомедов.
есть все шансы навсегда вписать свое имя в историю. Ислам в одном шаге от величайших. Считаете ли вы, друзья, что Хабиб будет секундировать Исламу в бою, или все же будет смотреть бой по телевизору? И какой исход поединка Ислама Махачева и Волкановски, и Хамзата Чимаева и Камара Усмана вы видите? Участвуйте в обсуждениях в комментариях и увидимся в новых роликах. Будьте сильными, как наши бойцы.